Вальве. Да, это игра разработчиков Counter-Strike, Half-Life. Две недели после полного погружения. Вон там! Я никогда раньше такого не видел. Пусть тебя это не останавливает, давай размажь все по себе. Они меняются. Вот дьявол, мой жилет. Фу, воняет. Кто-то еще жив. Осторожнее. Спокойно. Все в порядке. Мы... Погаси свет. О, боже! Проклятие! Бежим! Бежим, бежим! Все будет плохо. Круто. Что ж, битву мы выиграли. Пора на войну. Да, вещь. Так.
Да, смена режима, смена настроек. Неделю до этого. Очень большая и долгая доставка. Плюс, конечно, мы же играем компанию, быстрая игра. Артём Тиманьков, Павел, ЗХ, Патриарх Кирилл. Понятно? Все, блядь, здесь. Джек Воробей. Потому что я присоединился уже к другим чувакам. Засрал людям игру. Но это нормально, это я. Здесь полно оружия! Круто! Да! Вас понял. Тихо! Это ведьма! Приятель Касипана! Боеприпасы!
Мне нужна помощь! Выпустите меня отсюда! Здесь оружие! Есть тут кто-нибудь? Я в западне! Билл, надо подлечиться! Тут оружие! Здесь боеприпасы! Не дергайся, я вылечу тебя. О, спасибо, что помогли. Здесь есть оружие. Готовы? Беру коктейль Молотова. Ну как, готов? Скажите, как вы здесь? Аптечка? Прыгнул, я не дурак, я чё буду. Понятно, прыгать было нельзя. Ладно, всем спасибо, всем пока. Life for Dead. Часть 1.